Герой, мужик, спаситель, слов, просто слов нет, как я могу описать то, что сделал Степа в предыдущей серии «Жизнь ютубера». Степа, да тобой не только я горжусь, да я читал комментарии под предыдущей серией «Жизнь ютубера», да там все просто Степу хвалили, все Степу хвалили. Степа, руку пожми, как, пожми руку, как мужик, пожми руку! Маргарита Степановна, я бы на вашем месте, если бы я был замужем за Степой, я бы гордился своим мужем. Это настоящий герой. Если бы не он, меня бы в помине бы даже никто не вспоминал, потому что маньяк бы меня зарубасосил с этим Франкенштейном. А так, Степа спас меня. Степочка, я тобой горжусь. Ты герой города ютуберов. Согласен, вот с этим полностью согласен. Да, Ритка, я такой. Я герой у тебя. Да, скромности тебе, конечно, Степа, не занимать, но есть еще одна маленькая проблема. Маньяк-то выжил! Арсений Гонщик этот! И что нам с ним делать? Он до сих пор там валяется у этой Елены Ветрянкиной. Подойдите сюда все ближе, подойдите, подойдите. Надо с вами решить, что мы сейчас будем делать. Нам или его до конца прям... кокнуть, или отправить в тюрьму, или отправить на пожизненное лечение куда-то в больницу, или отправить обратно в жилье с Франкенштейном, пускай он там за ним ухаживает, пока он лечится. Вот, поэтому я не знаю, давайте мы сначала зайдем, посмотрим, в каком он состоянии, потом будем принимать решение. Все, давайте, пошли. Аккуратно, лишнего ничего не скажите, просто стойте за мной. Елена Ветрянкина, добрый день, точнее, добрый вечер. Арсений Гонщик. Слушайте, Елена Витальевна, вы там ножи у него забрали, у него два ножика в карманах были. Ага, молодец, все, молодец, молодец, молодец. Так, вы нам расскажите, пожалуйста, он жить-то вообще будет или что с ним? Вроде шевелится, вот, руками перебирает, вроде дышит, вроде двигается. Что с ним вообще произошло-то? У него перелом спины, сильное сотрясение и парочку... ушибов. Елена Ветрянкина, а у вас есть хотя бы какой-то прогноз на будущее, когда он вообще поправится, а? Никогда. В смысле, прям вообще-вообще он больше не сможет ходить. Да, Степа, неплохо ты ему так засандалил, переехал его на машине, да? Не успел затормозить, да? Ну, как бы не... С одной стороны, ты молодец, если бы не ты, меня бы здесь не было. А я чё? Я ничего. Ну, ты ничего, и я ничего, да, но в любом случае, как бы ты его переехал, да? Хочется сказать то, что он этого заслужил, но это будет как-то слишком грубо с моей стороны. Но, наверное, не так грубо, как сделал маньяк. Кокнул бабу Зину, кокнул Костю, кокнул еще там кого-то, короче, он много кого кокнул. Плохое ты себе занятие выбрал после того, как прекратил продавать автомобили в нашем городе. Ага. Ладно, короче, мы не будем сейчас разбираться, что мы с ним будем делать. В любом случае, он как бы сейчас ходить не сможет, как сказала Елена Ветрянкина, никогда. Но так его тоже нельзя оставлять. Елена Ветрянкина, хоть маньяк и не может ходить, но у него есть... Кстати, Франкенштейн. Секундочку. Последнее, что я хочу узнать у тебя, Арсений, кто... такой Франкенштейн. Елена Ветрянкина, она вообще в сознании, она слышит, понимаешь, что я ему сейчас говорю или нет? Слышит, слышит. Арсений Гонщик, кивни, пожалуйста, башкой. Франкенштейн, твой двоюродный брат? Ага. А может, он твой дедушка? Папа? Я не побоюсь такого вопроса. Он твой парень? Слушай, а может это твое животное, которое случайным образом как-то эволюционировало и превратилось в вот этого жуткого монстра? Тоже нет. Да что ж ты там будешь делать? Ты там вообще скажешь, кто такой Франкенштейн или нет? Собака. Ладно, рано или поздно мы его 100% разговорим. Елена Ветрянкина, на вашем месте я бы поаккуратней был. В любой момент может прийти этот самый Франкенштейн. Мало того, что кокнуть вас,
так еще и вызволить этого маньяка и унести обратно в их дом. Поэтому я как бы попрошу, чтобы за вашим участком вот этим медицинским следили внимательнее вот эта местная полиция. Но вы тоже как бы вот это слушайте, кто за дверью топает лишний раз. И не придет ли Франкенштейн себе там укольчик в одно место сделать ради профилактики. Поэтому держите ухо востро. Пошли. Все давайте, все за мной, все за мной, все за мной. Учитывая то, что наконец-то... До свидания, Елена Ветренкина. Учитывая то, что наконец-то вся эта история с маньяком закончилась, я предлагаю вам всем почтить память тех, кого кокнул маньяк. Поэтому отправляемся к бабе Зине. Кто последний сядет в тачку, тот лох. И кто последний сел? Мелкий! Есть одна просьба! Сорви парочку цветочков! Бабе Зине отнесем! И еще! Вот эти фиолетовенькие! Зимнюю лаванду сорви! Ага, хватит! Садись! Погнали, пацаны! Курица! Минус курица! Так... Вот здесь можно остановиться. Выходите, выходите. Дальше мы не спускаемся. А чё так яиц-то? Так, кто там уже стреляет за мной, но аккуратно. Там кто-то опять с ума сошел. Ванчос! Ты чё в городе охоту открыл среди белого дня на куриц? Ты сюда под... Ваня! Оставь курицу в покое! Курицу оставь в покое! Собака такая. Ладно, пошли. Давайте мы ему не будем мешать. Пускай Ваня там развлекается. Не знаю, что у него произошло. Но что-то явно плохое. Ах, давно мы здесь не были. Костя, Костя. Сандальте вот это, цветочки, сандальте, сандальте. Мелкий, ты с другой стороны, да хватит, мелкий, давай фиолетовенькие. Давай. А можно там потише быть? Спасибо, Ваня. Ага. Баба Зина. 1935-2020. Ага. Это сколько, получается, бабе Зине-то было? 85 лет! Этот Вторую мировую пережила. Маньяка. Ты там тихо будешь, нет? Вторую мировую пережила. Маньяка не пережила. Баба Зина. Ты была с нами с самого начала сезона «Жизнь ютубера». По сей момент... Ты обходила все проблемы стороной. Но маньяка стороной ты обойти не смогла. Но в последнее время ей не очень везло. Сначала Геннадий Петрович, муж бабы Зины, он пропал примерно серии 30-40 назад. Никто из нас вообще, никто не знает, куда он пропал, куда он испарился. У Степы было предположение то, что он спился. Все возможно, мы... Ты меня бесишь, Ваня! А вот сейчас и бабы Зины не стало. Ладно. Она была хорошей женщиной. Я ее очень сильно уважал, пошли за мной. Сейчас мы надерем задницу эту. Слушай, ты! Пердак фермерский! Ты успокоишься в этой жизни, нет? Ты чё буянишь среди белого дня? Тебе чё, куриц не жалко, что ли? Они чё, с фермы твоей убежали или что, не могу понять? Да чё тебе надо? Это ты мне скажи, чё тебе надо? Ты чё ходишь здесь всех на фарш пускаешь среди белого дня с дробашом? Ваня, совсем катушка съехала. Аленка-то где? Ты чё один здесь ходишь, бродишь? Аленка бросила. Курицы разбежались. Тихо, тихо, успокойся, опусти дробаш, мелкий, подойди, быстро, быстро сюда,
Его Аленка бросила, это значит, скоро она к тебе вернется. Наконец-то вы воссоединитесь, ты больше не будешь плакать по ночам. В смысле нет? Все, мелкий, вот это прошла любовь, завяли помидоры? Или ты в это, ты волечку втюхался, да, вот, все, сердечко принадлежит другой, поэтому, ладно. Ванчос, хватит курицы клюв нюхать, пошли, пошли. Опытный дядька Эдисон, сейчас тебе расскажет обо всем. Садись, садись. В первую очередь запомни главное правило этой жизни. В жизни бывает много говна. Это тебе надо запомнить прям до твоего последнего вздоха. Сейчас я тебе все расскажу. Иногда бывает так, когда бывает, что все бывает плохо. Но в эти моменты расстраиваться не нужно. Разбить человеку сердце очень легко, а заполнить его любовью очень сложно. На самом деле сложное всегда намного сложнее, чем то, что легко. Ведь когда сложно, тогда нелегко, как говорится. Ты, Ванчос, главное не расстраивайся. В этой жизни все бывает. Девушки приходят, девушки уходят. Вот пришла Аленка, начала встречаться с мелким, разбила ему сердце. Мелкий рыдал, вот до сих пор ночами рыдает, честно, хоть он думает то, что я не слышу, но он рыдает просто как баба, как не в себя, как не знаю. Сейчас она бросила тебя. Из-за чего? Она сказала, из-за чего она бросила? Не сказала. Но ты, Ваня, всегда во всем ищи плюсы. Бабы у тебя нет, это значит то, что сейчас появится больше свободного времени. У тебя есть ферма, на ферму пошел, кур развел, свинюшек развел, говядинку развел. Вот это у тебя, следи за своей фермой, она у тебя будет просто процветать и развиваться. Ваня, ты не грусти, пацан. Ты прав, жизнь на этом не заканчивается. Она и не заканчивается, и не начинается. Вот я тебе говорю, как опытный. Вот это, мачо-мен. У меня в жизни столько баб было, ты себе даже не представляешь. Две! Первая Наташка в 7 классе. Вторая Катя, вот сейчас. Вот 2 года с ней знакомы. Я в жизни столько вот это телочек повидал. Две как бы не одна. Две! Я молодой, красивый и симпатичный парень. У меня будет еще куча девушек. Ну, по поводу вот это симпатичный и красивый я бы поспорил, но как бы в целом ты прав. В целом ты прав. Баб у тебя будет еще выше крыши, если ты, конечно, будешь следить за своей фермой. Успешных молодых пацанов всех, все девушки, просто все, вот прям до единой обожаю. Поэтому ты давай фермой занимайся, пате своему помогай. И главное, не унывай. Щечки свои упругие подкачай, в зал пойди, и все тёлочки просто твои. Я прям сегодня какими-то стихотворениями заговорил. Все, Ванчос, у нас свои дела, мы сейчас пойдем ко мне домой, у меня там есть еще незаконченное дело, а ты тут давай. Вот это вперед и с песней. Все, давай, Ванчос. Пошли, Степа, Маргаритка, все, давайте, давайте. Пошли, 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 и ты, мелкий, тоже пошли. Я тебе говорил, мелкий, еще примерно серии 20 назад. На кой черт тебе эта Аленка? Видишь, что произошло с этим, с Ванчосом? Раскис, пацан, раскис просто. Вот нужны вам эти Аленки, Олечки. Олечка лучше. Вот видишь, вот Степа разбирается, Степа шарит. Машину забыл, ладно, потом заберу. Степа шарит, конечно, Олечка лучше. Олечка хотя бы не такая зажравшаяся, как вот эта, как Аленка была. Ну ничего, мелкий, ты тут смотри, тоже Олечку как бы не упусти с поля зрения. Олечка тоже видная, красивая, молодая девушка, поэтому... Может так же, как и Аленка, к Ванчосу убежит. Вот тогда-то мелкий точно расстроится. Короче, вы меня здесь подождите, у меня есть еще одно дельце, я сейчас домой заскочу и вернусь. Все, никуда не расходитесь! Никуда не расходитесь. Так... Секретный сундук, о котором мало кто знает, находится вот здесь. Главное, чтобы меня сейчас никто не заметил. Вот здесь находится мой сундук. Ядрить меня в золотые монеты. Да, здесь почти 20 стаков золотых монет. Да сучи, да за эти 20 стаков, да я могу себе выкупить вот этот
этаж, который сверху у меня находится, вот там, вот, вот этот верхний. А то вот кто-то, подписчики много мне писали в комментах, чтобы я выкупил весь этот дом. И, кстати, сейчас я могу себе это позволить. Одному 7 лет, я это понимаю, другому 57. Ой, дураки, дураки, Стёпа, ты же старый. Вот и я Стёпе это каждый день говорю. Ну, Стёпе как бы в жопе детства играет, но ладно. Слушайте, а может мне с этими бабками... Кстати, может мне в следующей серии Стёпе машину купить? Все же, как я сказал, если бы не Стёпа, меня бы сейчас здесь не было. Если бы не Стёпа, этой серии жизни ютубера не было. Я даже предыдущую серию, вот, кстати, если ты не видел предыдущую серию, как мы словили маньяка, обязательно посмотри. Вот здесь будет ссылочка, вот подсказочка, тыкни на нее, чтобы узнать, как все же Стёпа меня спас. Мелкий! Только не говори то, что ты только что с лодки вылетел и сотрясение получил. А или тебе просто захотелось жопой на вот этом, на холодном асфальте, да, поваляться? Короче, пацантре. Вот вы, как самые близкие мои люди, я с вами поделюсь. У меня там столько бабок. Вы себе даже не представляете. Я просто не помню, когда я последний... Как я понимаю, от армии мне не отвертеться, да? Это, походу, повестка мне пришла. Ну все, мелкий Степа, вот это баю-бай, я пошел родине служить. Вот сейчас-то я вряд ли смогу отвертеться. В армию меня пришли забирать, небось, да? Родине служить. Ладно, пошли. Perfect.